Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Если какие-то проблемы с трансляцией, напишите, пожалуйста, что нет звука или изображения. Если же все хорошо, поставьте плюсик. Это будет означать, что у нас с вами есть обратная связь, что вы меня видите и слышите. И как только будет понятно, что все хорошо, мы начнем наш обзор. Если у вас нет возможности ничего написать в чате, это означает, что вы не авторизованный пользователь, поэтому вам тогда лучше авторизоваться для того, чтобы иметь возможность писать свои вопросы или комментарии, или просто реагировать на те вопросы, которые я вам задаю. Итак, вижу, что все хорошо, вижу ваши плюсики. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, что у нас выходило, что нас с вами ожидает, и посмотрим события на текущую неделю. Сегодня выходило очень-очень много новостей. Новости были разные, что-то было значимое, что-то не очень, что-то влияло на рынок, что-то нет. Вначале вышли данные по Японии, соотношение числа вакансий претендентов, безработица, расходы домохозяйств, промпроизводство, годовые месячные данные. Данные достаточно противоречивые, сильно иена на это дело сегодня не реагировала, движения были достаточно спокойные, но при этом разнонаправленные. В Прайме пишут, что расходы потребителей в Японии в апреле упали, причем падение наблюдалось уже второй месяц подряд. Тут комментируют, что это дало Синдзо Абе, премьер-министру Японии, еще одну причину для того, чтобы отложить повышение налога с продаж, которое было запланировано на следующий год. Здесь дальше комментируются цифры, они точно с тем, что у нас есть с вами в календарике. Далее пишут, что слабость потребления стала еще одним признаком того, что экономика не преодолела все трудности, и это несмотря на умеренный рост в первом квартале. Экспорт в апреле упал на 10%, потребительские цены снизились на 0,3% в прошлом месяце, прибыли компаний тоже ослабли. Но при этом одним из позитивных моментов была занятость. Уровень безработицы в апреле составил 3,2, как и в марте. Отдельные данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния показали, что в апреле на каждые 100 человек, ищущих работы, приходилось 134 рабочих места против 130 мест в марте. Апрельский показатель стал самым лучшим с ноября 1991 года. Тем не менее, улучшение ситуации на рынке труда пока не привело к росту заработков, который необходим для стимуляции потребления и инфляции. Как я уже сказал, рынок реагировал достаточно спокойно на эти данные. В 4.30 вышла обойма данных по Австралии, сальдо платежного баланса. Сальдо, нужно сказать, сократилось отрицательное. Это достаточно позитивный фактор. Немножко выросло кредитование частного сектора, годовые данные. По месяцу тоже небольшой рост на 0,1. Разрешение на строительство по году очень существенно увеличились. До этого было снижение 6,5%, теперь рост 0,7%. Ну и месячные данные по разрешениям на строительство показали существенное превышение прогнозных значений, ждали снижения на 2,8%, показатель вырос на 3%, но при этом было пересмотрено и предыдущие значения, которые пересмотрели на уровне 2,9%, при этом динамика все равно у нас с вами осталась положительная. 8.00 по Японии вышел объем заказов в строительном секторе, очень сильно снизились заказы, минус 16,9%, начатое строительство домов показали рост до 9%, позитивный фактор. Объем закладных новых фундаментов у нас с вами чуточку увеличился, совсем незначительно. Это было в азиатскую сессию. Далее начались торги в Европе. В 9.00 вышли розничные продажи по Германии, годовые данные и данные по месяцу, а также безработица в еврозоне. В Прайме по этому поводу отметились, что розничные продажи в апреле упали по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на улучшение настроения потребителей и позитивную ситуацию на рынке труда. Согласно данным Федерального бюро статистики, розничные продажи без учета продаж автомобилей с коррекцией
и в реальном выражении в апреле упали на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение индикатора наблюдается уже второй месяц подряд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи в Германии в апреле с коррекцией на инфляцию выросли на 2,3%, поскольку в апреле текущего года было на 2 рабочих дня больше, чем в апреле 2015 года. Индикатор розничных продаж в Германии волатилен и подвержен существенным пересмотрам, поэтому экономисты с осторожностью относятся к ежемесячным данным. В 11.00 по еврозоне вышли данные по чистым займам. Годовые данные совпали с ожиданиями 1,5%. Агрегат денежной массы чуть-чуть снизился. Было 5%, 4,9% получили. Это квартальные данные по году. Снижение до 4,6%. В 12.00 вышла безработица еврозоны и инфляция, индекс потребительских цен. Как и ожидалось, в экономике еврозоны по-прежнему наблюдалась дефляция. По данным Евростат, потребительские цены в регионе снизились на 0,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года после падения на 0,2% в апреле. Показатель упал, несмотря на недавний рост цен на энергоносители. Базовая инфляция осталась на низком уровне, укрепившись до 0,8% против 0,7% в апреле. ЕЦБ, вероятно, повысит свои прогнозы по инфляции в четверг, что отчасти объясняется повышением цен на энергоносители, однако вялый рост ВВП по-прежнему будет мешать достижению целевого уровня инфляции Центрального банка. Безработица осталась на прежнем уровне 10,2%, хотя в предыдущем месяце демонстрировала устойчивое падение. Об этом сообщили в Евростат. Далее, в 15.30 по Соединенным Штатам вышли личные доходы, совпали и с предыдущим значением, с прогнозом. Расходы на потребление, базовый ценовой индекс тоже полностью совпал с ожиданиями. А личные расходы за апрель, рост на 1%. Расходы на личное потребление, ценовой индекс 0,3%. В 15.30 одновременно с этим вышли данные по Канаде. Годовые данные по ВВП, данные оказались разочаровывающими, ждали роста в квартальном исчислении на 2,9%, получили 2,4%. Ну и по месяцу снижение на 0,2%. Канадец не замедлил на это отреагировать. Достаточно серьезным снижением. Это можно посмотреть на графиках. В 16.00 одновременно с началом нашего обзора вышел индекс цен на жилье. 5,4% это лучше, чем ожидали по прогнозам. Эти данные были сегодня по календарику. Теперь давайте посмотрим, что у нас с вами на этой неделе. Итак, в среду смотрим. Австралия, внутренний валовый продукт, квартальные годовые данные. Здесь они не отмечены как важные, но это самый серьезный, самый важный показатель экономики, поэтому я бы, конечно, обязательно обратил на это дело внимание. Данные в Китае, деловая активность, тоже имеет смысл обратить, индекс PMI Sixin в производстве. Если будет рост показателя, очень позитивный фактор, это и в целом для мировой экономики, для азиатского региона, это и на Австралию тоже может позитивно очень повлиять, но и в целом, как я уже сказал, будет достаточно такой позитивный, хороший звоночек. ВВП по Швейцарии, ну вот здесь, пожалуй, два плюсика этого достаточно. Смотрим, что у нас еще. В 15.15 должны быть данные по ADP. Так, среда. У меня есть подозрение, что эти данные были перенесены на четверг. Вполне возможно, допускаю. Давайте посмотрим. Четверг, 15.15. Да, изменения занятых по ADP. То есть обычно данные выходят по средам, но теперь произошел перенос, и вот данные по частному сектору у нас с вами выйдут в четверг. Ну, давайте последовательно это посмотрим. До этого в среду у нас в 17.00 данные по разгону инфляции по данным АСМ по Соединенным Штатам и индекс деловой активности АСМ в производственном секторе.
Здесь у нас по прогнозу ожидается рост на 0,6%. Фактор позитивный, деловая активность. Небольшое снижение было 50,8, ожидает 55. Все будет зависеть, конечно же, от фактических значений. Значение выше предыдущего периода и выше, чем ждали по прогнозам, позитивный фактор может привести к укреплению американской валюты и, соответственно, наоборот. Данные хуже могут говорить о снижении. 21.00 экономический обзор ФРС США, так называемый «бенчбук». Вряд ли рынки будут на это дело серьезно реагировать, ну, если только там будут какие-то вопиющие цифры, не совпадающие с текущим положением экономики в Соединенных Штатах. Только в этом случае может что-то такое экстраординарное произойти. Как правило, реакция рынка на это бывает достаточно умеренная. Как всегда, по средам отчет Американского института нефти по запасам нефтепродуктов. Так, далее, в четверг по Австралии торговый баланс и розничные продажи. Я обратил ваше внимание на это. Далее, один из ключевых моментов текущей недели – это решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Ставка рефинансирования на уровне 0% и по излишним депозитам. Отрицательная ставка в 0,4%. Скорее всего, все ожидают, что останется без изменений та и другая ставочка. Также есть мнение, что вряд ли регулятор будет менять свою кредитно-денежную политику, что якобы вот те действия, которые были предприняты до этого, вполне достаточно, нужно подождать результатов. Но мне кажется, что далеко не все так однозначно. Несмотря на то, что как мантру глава ЕЦБ, как заклинание произносит, что все хорошо в экономике еврозоны, нужно просто подождать, но вот моя оценка, я понимаю, это мое частное мнение, далеко не все так хорошо обстоит в еврозоне для того, чтобы можно было сейчас ничего не делать. Мне кажется, нужно предпринимать какие-то действия. И я вполне допускаю, что вполне возможно регулятор может прибегнуть к подобным действиям. Хотя, повторюсь, все склоняются к тому, что в этот раз все останется, пожалуй, без изменений. Это общее мнение. Повторю, я его не разделяю. Так, далее, пресс-конференция ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Конечно же, это очень важный момент, поскольку вот здесь, помимо того, что будут комментарии, как прошло это решение по процентным ставкам, да, будут обозначены какие-то вехи относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. И вот на это, конечно же, рынок будет обращать внимание, на перспективы, как в дальнейшем поведет себя европейский регулятор. Поэтому здесь вполне возможно, что если изменений никаких не произойдет, будет достаточно вялой и слабой реакции рынка, а вот здесь волатильность может очень и очень сильно возрасти. Поэтому все внимание, четверг, 15:30, пресс-конференция и комментарии у Марио Драги. В 16:00 намечено выступление главы Банка Англии Марка Карни. Тоже очень важный момент для участников рынка. Все то же самое будут искать каких-то оценок. Возможно, попытаются опять же увидеть какие-то перспективы дальнейшей кредитно-денежной политики Банка Англии, его оценка текущей ситуации. Это, конечно же, очень важно для всех участников рынка. Ну и в пятницу, это ключевой день этой недели, выходят данные по рынку труда Соединенных Штатов. Это и безработица, и количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, и почасовая заработная плата, месячные годовые данные, доля рабочей силы в общей численности населения. Конечно же, Федеральная резервная система будет внимательно отслеживать эти данные и, опираясь уже на данные по рынку труда, будет принимать решения на своем заседании 14-15 июня. Все сейчас с нетерпением ждут этого заседания, хотя опять же есть мнение, что, судя как бы по словам Джанет Йеллен, считается, что повышения, наверное, не будет. Оно произойдет однозначно, но, наверное, будет отложено, но
на июль. Опять же, наверное, не совпадая с общим мнением, я все-таки считаю, что вполне возможно, регулятор уже вполне готов сейчас начинать повышать процентные ставки. Но мы с вами не будем гадать на кофейной гуще, естественно, посмотрим развитие событий и уже затем по выходу фактических значений будем с вами смотреть, как поведут себя рынки, как они будут реагировать на входящую информацию. Ну и, кстати, очень интересный момент. Одновременно с рынком труда по Соединенным Штатам у нас будут выходить данные по рынку труда по Канаде. И вот здесь очень интересный момент. Поскольку выходят данные и по Штатам, и по Канаде, если они будут совпадать, то пара американский доллар канадскому будет мало подвержена влияниям. Причем они могут быть очень хорошие тут и там, или очень плохие тут и там, тогда график будет стоять. А вот если они пойдут в разнос, в разные стороны, да, то вот здесь как раз может быть наибольшая волатильность именно по этой валютной паре американский доллар канадскому. Итак, какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «Есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете. Постараюсь на ваш вопрос ответить. Если вопросов нет, поставьте плюсик. Это будет означать, что все ясно, все понятно. И мы посмотрим с вами, как ситуация развивается с технической точки зрения. Так, вопросов, похоже, нет. Тогда давайте открываем MetaTrader и смотрим текущую ситуацию. Как обычно, начинаем с нефтяных котировок. Нефть марки WTI вплотную просто приблизилась к отметке $50 за баррель, но мы пока с вами, вот если открыть более мелкие часовые таймфреймы, хорошо видно, что второй попытки преодолеть психологическую отметку в $50 за баррель мы пока с вами так и не наблюдаем. То есть они находятся вблизи, но тестирование пока что не произошло. При этом у нас восходящий тренд. Сегодня последний день месяца. Посмотрим, сумеют цены в этом месяце преодолеть психологическую отметку $50 за баррель или нет. Еще не вечер. День сегодняшний еще не закрыт. Теперь смотрим, это у нас WTI. Теперь посмотрим нефть марки Brent. Так, секундочку буквально. Вот так у нас с вами выглядят котировки Брента, но это, мне кажется, небольшой глюк, это фьючерс. Торговля идет выше $50 за баррель, но, повторюсь, это на фьючерсных площадках, как мне кажется. При этом тренд у нас тоже с вами здесь восходящий. Если цены закрепятся выше отметки $50 за баррель, значит, пробитие уровня состоялось, и у нас открывается путь к дальнейшему движению, к росту нефтяных котировок. Теперь давайте посмотрим на индекс американского доллара, как он себя ведет. Цены торгуются выше психологической отметки 95, и среднее месячное значение у нас практически находится на этой самой психологической отметочке 94-96, но это почти 95. Рынок наверняка сейчас ждет данных и по рынку труда, пытаясь представить, каково же будет дальнейшее движение, как поведет себя регулятор. Ну и если будут сильные движения по паре евро-доллар, вдруг в четверг после пресс-конференции Европейского центрального банка,
поскольку доля евро очень большая в индексе американского доллара, индекс тоже может изменить свое значение в зависимости от того, куда пойдут котировки по паре евро-доллар. Михаил, вижу, у вас есть вопрос. Пишите ваш вопрос, постараюсь на него ответить. Итак, это был индекс американского доллара, который торгуется выше своего среднемесячного значения. А мы сейчас с вами посмотрим шестерку мажорных валютных пар и, как обычно, начнем с пары евро-доллар. Ну, а пока Михаил будет печатать свой вопрос. Итак, по евро-доллару у нас с вами картиночка следующая. Тренд нисходящий в фазе импульса, но здесь у нас с вами фаза отката, поскольку гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки. Михаил спрашивает, что значит глюк по нефти. У меня такое впечатление, что вот на своей программе я когда смотрел, то там цены немножечко отличаются. Вот что это значит. То есть там они находятся ниже 50 долларов за баррель, а здесь мы с вами наблюдаем на фьючерсных контрактах выше. Если будет желание, запомните, я завтра на этот ваш вопрос отвечу. Напомните его, пожалуйста, сегодня не будем сейчас заострять на этом внимание. Итак, завтра, если такой интерес будет, напомните, я вам это дело посмотрю. А после нашего обзора обязательно посмотрю. Есть ли разница между котировками? Вот здесь то, что мы сейчас с вами наблюдаем, и то, что смотрю я у себя на компьютере. Итак, повторюсь, евро-доллар – тренд, нисходящий в фазе импульса, здесь в фазе отката. Поскольку индикаторы друг друга, правильнее сказать, не подтверждают, здесь фаза активная, фаза импульса, здесь пассивная фаза, фаза отката, значит, мы делаем вывод, что по евро-доллару сегодня в рынок лучше не входить. Итак, находимся вне рынка. Смотрим следующую валютную пару, британский фунт. Что у нас здесь с вами? Тренд, восходящий в фазе импульса, здесь в фазе отката. Ситуация не торговая, это значит, находимся вне рынка. Не торгуем, ждем, когда будет активная фаза, фаза импульса. Только в фазе импульса у нас с вами идет торговля. Повторюсь, британский фунт, доллар, тоже сегодня не торгуем. Австралийская валюта, что у нас здесь с вами? Тренд, нисходящий в фазе импульса, тренд восходящий. Здесь индикаторы вообще впрямую друг другу противоречат, а это значит, по австралийцу ни о какой торговле не может быть и речи. Итак, вся триада обратных котировок дает нам с вами сегодня не торговый день. Это по трендовой, консервативной, среднесрочной торговой системе. По другим торговым системам вы можете делать сегодня совершенно другие выводы. Они будут уже касаться другой торговли, не среднесрочной, не консервативной и не трендовой. Итак, идем дальше. В рамках нашего обзора закончили с триадой обратных котировок, теперь смотрим триаду прямых. Начинаем с пары доллар японская иена. Итак, здесь тренд восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA, день покупок по японцу. Направление сделки известно, никаких диверочков нет. Значит, объем сделки стандартный. Берем стандартный объем покупки, смотрим внутреннюю структуру, сигнал осциллятора в покупку. Он уже есть, он уже сформирован. Открываем часовой таймфрейм. Вот здесь смотрим, исходя из своих возможностей. Если для кого-то это позволительно, значит, можете попытаться оседлать рынок. Но если быть четко последовательным, то вот идеальная, конечно же, была ситуация, которая называется консолидацией. То есть вот здесь была реальная консолидация. Здесь все-таки это достаточно большой ценовой разброс. Давайте посмотрим, чтобы быть точным в пипсах. 65 пипсов. Только в том случае, если вам ваш депозит позволяет не нарушать правила управления капиталом, скажем, это будет не более составлять 1, а еще лучше 0,5% от вашего депозита. Вот если 0,5% это укладывается, то тогда вполне можете себе попробовать.
значит, ставите отложенный приказ «Байстоп», определяете точку выхода стоп-лоссом и в качестве цели верхняя граница ценового канала 112,90, 112 йен и 90 сен за 1 американский доллар, но при этом не забывайте, что должны выполняться правила управления капиталом, и в частности выполнить соотношение 3 к 1. Это значит, что ваша потенциальная прибыль должна как минимум в 3 раза превышать ваши потенциальные убытки. Вот так у нас с вами выглядит картиночка по паре доллар-японская иена. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по японской валюте, пожалуйста, отреагируйте. Вот пишут, что бренд 49-45, так оно и есть. Те котировки, которые я сегодня смотрел, они тоже были ниже отметки 50 долларов за баррель. Вот. А то, что мы с вами смотрели, это фьючерсный контракт на спотовом рынке, на реальном, на поставочном. Там все-таки котировочки ниже 50 долларов за баррель. Итак, по Японии, я смотрю, вопросов нет. Все ясно, все понятно. Идем дальше, смотрим, что у нас с вами по швейцарской валюте. Тренд восходящий в фазе импульса, а здесь он у нас в фазе отката. Гистограмма выше нулевой отметки, но при этом ниже своего предыдущего значения. Значит, по швейцарцу сегодня находимся вне рынка и сделок не совершаем. Так, канадец. Тренд восходящий в фазе импульса, здесь тренд нисходящий. Индикаторы просто впрямую совершенно друг другу противоречат. Здесь доминанты бычий, здесь медвежий, значит, мы делаем вывод. В рынок сегодня лучше не входить и наблюдать со стороны по этой валютной паре. Золото. Фильтры смотрят вверх, а это значит, можно говорить только о покупках, но покупать нужно было вчера. Мы уже об этом говорили, когда индикатор находился в зоне перепроданности, и на часовом таймфрейме вот была достаточно удобная ситуация. В принципе, сейчас уже можно было находиться, конечно же, на безубыточке. Поэтому вчера, если кто-то открывался, поздравляю, переносим свой стоп-лосс на уровень безубыточности и не спеша, торопиться ни в коем случае не нужно, начинаем потихонечку защищать свою бумажную прибыль. Цель у нас остается та же самая, 1300 долларов за одну тройскую унцию. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Но время нашего обзора уже подошло к концу. 16 часов 30 минут. Вопросов нет. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны, осторожны, берегите себя. Удачи всем.